Я решил провести эксперимент и выяснить, насколько тяжелые портфели, с которыми мои дети ходят в школу. Для этого я их попросил в своем школьном расписании выбрать тот день, когда они несут максимальное количество учебников и тетрадей. Первый, пятый и восьмой классы. До начала эксперимента я уже взвесил портфели. Их вес соответствует санитарным нормам, они менее 1 килограмма. Давайте быстренько их заполним и посмотрим, что из этого получилось. Давайте взвешиваем. 2 килограмма. Средней дочери. Ух ты. 4 900. И старшая дочь. 5 400. Итог. Средняя дочка и старшая перегружены почти в 2 раза. Только младший ребенок идет налегке. А я еще не учитываю, что есть спортивная форма, вторая обувь, пеналы и различные школьные принадлежности. Взвесьте портфели своих детей, и вы тоже убедитесь, что сейчас учиться в прямом смысле очень тяжело.